Это важный выпуск фестиваля. Спасибо всем, кто присоединился. Наша тема — «Что волнует Перри больше всего?». Если бы я провел исследование, то вот что я постарался бы узнать у своих респондентов. О чем вы переживаете больше всего? Это опасение можно выразить достаточно емко — наличие безопасности. Это охрана жилища, экономическая безопасность, наличие работы и наша обеспеченная старость. Больше всего граждане переживают за собственную безопасность. В рамках своего исследования мы опросили эту же часть населения. Какие из господствующих тенденций, которые происходят по всему миру, вызывают ваше беспокойство? Существует 6 или 7 причин беспокойств, которые мы сейчас и рассмотрим. Первое — это зарабатывать достаточно средств для покрытия всех расходов и для безопасного существования после ухода на пенсию. Данная причина опасений людей за будущее встречалась чаще остальных. Вторая причина опасения — это необходимые запасы еды для обеспечения семьи, особенно детей. Вы слышали о нехватке удобрений, слышали о засухе, вы слышали часто о нехватке еды, и сейчас вы слышите о нехватке разных видов продовольствия в Соединенных Штатах. Третье опасение и пожелание — это безопасность или защита от лукавых и нечестивых людей. Здесь важно примечание. По этому поводу в конституциях некоторых государств предусмотрено хранение и ношение оружия с целью самозащиты в случае квартирных краж, в случае угона автомобиля и взлома. Итак, на первом месте оказались безопасность и охрана. Четвертый пункт — это занятость. Для кого-то это на первом месте. Это результат всемирного опроса. Ведь если у человека нет работы, то, допустим, для мужчины важно достигать результатов и добиваться успеха. Если мужчина любит работать, а работы у него нет, то у него фрустрация. А другой мужчина впадает в депрессию. Занятость занимает 4-е место в списке опасений. Возможно, это для вас на первом месте. На 5-м месте стоит очень важная потребность в друзьях и хороших отношениях. Итак, о друзьях. Настоящие друзья верны и остаются с вами, когда вам хорошо и когда плохо. Они с вами даже, когда все накрывается медным тазом. Друзья рядом с тобой. Настоящие друзья и крепкие отношения тоже есть в нашем списке. На 6-м месте стоит нужда, которая, если говорить обо мне, касается людей моего возраста и наших болячек. Для всех людей очень важны хорошее самочувствие и долгая жизнь. Это особенно актуально для тех респондентов, кому от 55, от 60 лет или старше. Сказано, зачем тебе умирать не в свое время? Можно умереть не вовремя, умереть не в Божий срок. Итак, вы услышали 6 основных опасений, о которых было узнано во время опросов жителей разных стран планеты. Предлагаю сделать следующее. Во время съемки данного эпизода нашего шоу мы с вами поговорим о 3 основных опасениях, о которых толкуют люди. А вот они. Впервые за всю свою жизнь, если не считать карибский кризис в начале 60-х, когда я был ребенком, играл на улице и ничего не знал об этом, среди американцев, среди простых обывателей Соединенных Штатов Америки велись разговоры об использовании ядерного оружия. Это главное опасение не только обывателей, но и глав держав. Говорят о нехватке пищи. Также обычные граждане все время толкуют о цунами, о землетрясениях, о засухе в стране и о нехватке удобрений. Для такой нехватки есть причины. Также граждане обсуждают возникновение проблем и трудностей из-за возможных забастовок, железнодорожников или недостачи топлива для грузовиков, из-за чего цены на продовольствие вырастают. Третья тема на устах — это экономический кризис. Его называют смертью валют.
Люди говорят о повторном введении валют или о проблемах, с которыми сталкиваются банки. Существует много гипотез об экономическом кризисе. Люди опасаются всего этого. Об этом стоит задуматься. Лично я переживаю не об этом. Будучи служителем, сосредоточенным на библейских пророчествах, мне нужно все время обращаться к учению священных писаний, чтобы говорить, какое время, какие сроки мы с вами живем. Дело в том, что нам надо быть, как сыновья Иссахара. Библия говорит, сыны Иссахара понимали времена. Они жили во времена Давида и Соломона и давали им советы насчет того, что им делать и чего им не делать, а также говорили о возможных войнах, движениях и их последствиях. Теперь вернемся к тому, что волнует больше всего Перри Стоуна. Это должно волновать и вас, и об этом надо раздумывать, на мой взгляд. Телу Иисуса Христа. Все внешние сферы, государство, экономика и все прочее, это не к Перри. Сегодня я покажу вам кое-что важное, и я покажу пророческий шаблон в Библии. Будьте со мной. Во время закрытия и локдауна в 19, 20 и 21 годах умерло намного больше людей из-за коронавируса COVID-19, пришедшего на нашу планету, чем из-за других заболеваний. Кстати, в моем городе 5 крупных руководителей деноминаций, это смотрители или же епископы, умерли из-за коронавируса, и я знал эти фигуры лично. 200 священнослужителей разных христианских деноминаций только в одном штате Америки на севере умерли из-за вируса. В одной деноминации Соединенных Штатов скончалось 750 священнослужителей. Это не были пенсионеры. Кому-то из них было за 40, кому-то за 50, когда началась эпидемия. По сути дела, нам стоит взглянуть на поместные общины по всему миру. Я проповедую штатов, поэтому рассуждаю о локальном масштабах. В церквях по большей части люди 60 лет и люди постарше — это зрелые христиане, которые всегда молятся, часто постятся, и они всегда верны Богу. Мы называем их Божьими святыми, и это по слову. Они умерли во время коронавируса. Стало быть, эти годы локдауна напоминают мне дни Ноя. Почему? Потому что дни Ноя — это единственный промежуток времени в истории, когда весь мир находился в локдауне, и произошла катастрофа. Когда началось наводнение по всей земле, Ной с семьей спаслись в ковчеге. Их было 8 человек. Весь мир постигла катастрофа. Этот локдаун продлился почти 2 года. Воды спали чуть больше года спустя. Люди вышли из ковчега и стали восстанавливать цивилизацию только 2 года спустя, после начала потопа. На это ушла жизнь нескольких поколений. Настало время обратить внимание на следующую пророческую параллель. Мы видим дни Ноя и то, что люди перестали вести обычный образ жизни. «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына». Иисус сказал это в Евангелии. В чем сходство нашего 21 века со временем Ноева потопа? Я покажу вам еще одну схожую черту. Возможно, вы не слышали это. От времен Адама и до времен Ноя мы насчитываем 10 поколений, перечисленных в 5 главе книги «Бытие». От времен Адама и до времен потопа приблизительно 1956 лет. Кто-то сосчитал все это и зафиксировал свои выводы об этом отрезке времени. Это составляло приблизительно от 1656 лет до 1658 лет от времен жизни Адама и до потопа. Мы узнаем из Священного Писания, что представители допотопной эпохи жили очень, очень долго. Итак, друзья мои, в среднем потомки Адама и Евы жили от 777 до 969 лет. Нам с вами известны достижения представителей эпохи бытия. Если говорить о техническом прогрессе, то люди достигали впечатляющих высот уже в ту эпоху. Они строили пирамиды, замысловатые сооружения из каменных блоков и стены городов. Те люди знали, как делать это, а мы удивляемся этому и недоумеваем.
Вот что важно услышать и запомнить из моего рассказа о Вселенском потопе, о том, что волнует меня. Это свидетельствует о том, что поколение праведных людей умерло до потопа. Итак, последний человек из родословной Адама, видевший Ноя, умер. Прямо перед потопом умер Мафусал. С древнего иврита, на котором написано «Бытие», имя праведного потомка Адама переводится как «Его смерть станет преддверием», «Его смерть принесет» или «Его смерть приведет к этому». Прочтите «Бытие», сделайте расчеты, и вы увидите, что Мафусал умер в 969 лет, в ту неделю, когда начался потоп. И согласно «Бытие», на оплакивание Мафусала Бог дал Ною и его семье 7 дней. Существует одна занимательная, но заметьте, не богодухновенная книга, которая пару раз упоминается в разных местах Ветхого Завета. Это книга «Яшер». Ее свиток был найден в 40-е годы 19 века, и его перевел житель Великобритании. Там есть строчки о фигурах, которые ушли из земной жизни до потопа. Вот вам цитата. «И все, кто следовали за Господом, умерли в те дни до того, как они увидели напасть на земле, о которой Бог возвестил заранее». Другими словами, милосердный владыка Яхве позволил праведному поколению умереть до того, как Яхве послал ужасный страшный суд на грешную землю. После такого суда выжили только Ной и семья. Я продолжу, а вы слушайте меня очень внимательно. Что происходит сейчас на нашей планете? Старшее поколение святых, которых я называю выдающимися, постепенно уходит и воссоединяется с Богом. И нет никого, кто достаточно зрел, чтобы заменить этих пожилых христиан. В особенности в церквях в сельской местности в Соединенных Штатах Америки. Некоторые церкви закрываются, хотя 30 лет назад там были конгрегации с полусотни святых. Старое поколение ушло, а молодое не осталось в церкви. Никто не сменил старое. И в Соединенных Штатах Америки старое поколение христиан уходит. Лучше скажу так, у нас в Штатах и в мире оно уже ушло. Проблема закрытия и упразднения церквей состоит в том, что никто не пришел им на смену, так как молодое поколение христиан отошло от Господа Бога. Вот это вызывает у меня опасения. Фактически, многолетние партнеры нашего служения, которые были с нами по 30-40 лет кряду, многие наши посвященные партнеры не пропустили ни одну конференцию. Если бы умершие партнеры были сейчас живы, то убери людей из Международного центра Омега и заполни скамейки этими ушедшими партнерами, то они бы заняли все места, все 4000 мест. Послушайте меня, это важно. Поговорим насчет старшего поколения. Эти христиане знали пророчество. Поколение 1948 года понимало пророчество Библии. На смену им пришло поколение пасторов мега-церквей, которые и не коснутся темы пророчеств, ведь они скажут, они негативны и пугают. Но ад из Библии тоже пугает твоих прихожан, и великая скорбь тоже пугает их. Будут очень страшные скорби, но если бы Бог не сократил тех дней, то никто не спасся бы. Ты не хочешь говорить людям об этом, считая, что это испугает. Это движение тех, кто водится чувствами. Ты ответишь за то, что молчишь о пророчествах, свидетельство Иисусова, дух пророчества. Вернемся к теме. Прежнее поколение знало пророчество, а нынешнее — нет. Это плохо. А во-вторых, это поколение святых не будет биться с системой зверя. Когда этим юнцам ставят чип в лоб или в правую руку, или сделают невидимую татуировку, то эта зелень скажет: «Это так круто! Надо взять мобилу и сканировать!» Старики знали главу Откровения, где сказано о печати зверя. Также Откровение предупреждает нас не принимать печать зверя, потому что это неверная смерть. Старики не поступили бы
так. У молодых нет представления об этом, и они не придают этому значения. Я не обобщаю. Поколение моей дочери и дети из служения Карен Рэмп хорошо знают пророчество Писания и любят пророчество Библии. Святой остаток не примет печать, а массы не знают правду, о которой в церкви молчат. В-третьих, то поколение отдало бы жизнь за Евангелие, и многие из них действительно сделали это. Сейчас так не делают. Люди идут на компромисс, чтобы спасти шкуру. После смерти апостола в ранней церкви во время гонений на христиан, начавшихся с Нерона, они продолжались во втором и в третьих веках, к сожалению, некоторые христиане отрекались от веры и шли на компромисс с римским императором. Император умер, пришла свобода, и отрекшиеся прибежали в церковь. Бесхребетность и равнодушие. «Я извергну тебя из уст». Нам необходимо быть твердыми, ведь будут люди, которые победят сатану кровью Агнца и словом своего свидетельства, и не возлюбят жизни до смерти. Последние дни эти праведники отдадут жизнь за драгоценное Евангелие, зная, что их государство не оставило им другой альтернативы. Итак, стойкое поколение постепенно уходит. Мой дедушка, брат Джон Бейтем, ни разу не пропустил богослужение. Мы бывали у него дома на Рождество. На Рождество большинство из наших отдыхает. А дед надевал костюм и говорил: «Я ненадолго отлучусь», и мчался в церковь, где было 5 человек. Дед не пропускал собраний. Когда он болел, он передавал десятину в Дом Божий через другого. Дед был чудесный муж Божий. Он получит награду за то, что делал здесь. Он не пропускал пробуждений, а сейчас их не проводят. В церкви нет пробуждений, ведь никто не приходит. Все заняты. Люди работают, делают уроки, а он важнее пробуждений. Так мыслит большинство, пока не возникает вопрос, что стряслось? Почему сынок не ходит в церковь? Если ты не в церкви, то почему сынку быть там? Вот в чем опасность в Соединенных Штатах Америки и в мире. Когда весь народ отошел к отцам и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израиля стали делать злое перед очами Господа и стали служить Валаам. В дни Моисея, Иисуса, судей и потомков, судей, все было хорошо. Моисей видел чудеса. Иисус, представитель первого поколения, которое видело чудеса, и слышала Бога, велевшего ему научить будущее поколение о его чудесах и слышать его. Судьи рассказывали новому поколению историю. 4 поколения ничего не знало о Боге, потому что они не видели чудес, не знали, как общаться с Богом, и они стали поклоняться идолам и ушли в плен. Так происходит с нациями. Они не учат детей о Боге и не учат их о силе Бога, и они не молятся и не видят чудес, которые должны видеть. Бог творит чудеса. Где пробуждение? Слава Богу за Уокера, у которого пробуждения продолжались 3,5 месяца в США, в частности, в районе гор Апалачи. Где пробуждение? И где ночные молитвы? Где молитвы в церкви? Когда раньше постились мы ничего не ели. Теперь люди в пост что-то едят, а что-то нет. Но это не пост, поймите это. Это не пост, а просто диета. Слово «пост» переводится как «закрыть рот». Можно только пить воду. Мы изобрели такой пост, чтобы поступать по своей воле. Разумеется, можно поститься по-разному, и Бог почтит это. Друзья, не поймите меня неправильно. Я клоню к другому. Где такие люди, как мой папа, которые постились по-настоящему и молились ночью? Меня это волнует. Я переживаю о том, что благочестивые святые, с которыми мы росли и общались, которые служили Богу и молились Ему и говорили правду, уходят, а смены им нет. Я рос и видел, как Т.Л. Аури молился. Когда мне было 12 лет, я видел, как Бог исцелял. Своими глазами видел проявление дара, которым обладал мой отец Фред. Он окончил 10 классов. Сила Святого Духа, он мог говорить на 8 языках.
Будучи мальчиком, я видел его в Церкви Божьей на Филмор-авеню, Виргиния. Я видел, как он обратился к немке, которую звали Мэри Энн Спенсер. Ее супруг был известным доктором в Вашингтоне. Он приехал помолиться за нее, и во время молитвы он свободно заговорил по-немецки и сообщил ей: «Вы исцелились». Она удивилась, потому что папа не знал немецкого и не изучал его. Немцы посещали нашу общину, они стали верными прихожанами и потом переехали. Вот в чем суть. Нам надо вспомнить евреев. Согласно Исходу, пока племена Израиля, 12 сынов Иакова, жили в Египте, они были свободными людьми. Когда они умерли, то появился новый царь, не знавший Иосифа. Если мы беспечные, то мы поднимем поколение, не знающее пророчеств, не знающее слова и не посещающее церковь. У нас будут серьезные неприятности из-за этой нации, города, в котором мы живем, в духовном смысле будут взяты в плен. И именно это произошло с сынами Израиля. Больше всего меня заботит отступление святых, меня заботит кончина века и уход старшего поколения. Я не оставляю вас без надежды. Согласно 2 главе и 28 стиху Иаиля, сыны и дочери наши будут пророчествовать, и Господь изольет от своего духа. Христианам по всей планете нужно помнить это обещание о грядущем излиянии духа. Я хочу, если угодно Богу, участвовать в этом, и чтобы вы были частью этого. Есть опасения и есть надежда. Бог совершит чудеса. У меня два новых предложения о пророчествах. Останьтесь и послушайте о них. Я Перри Стоун, рад представить вам и вашей семье два потрясающих учения на аудио, которые я составил за эти долгие годы. Вернется ли Христос к 2033 году? А также учение «Скорое окончание века Церкви». Я не предсказывал возвращение Иисуса в 2033 году, но это дата, в которую произойдет самый важный переход, и это самая важная дата лично для нас и для живущих в настоящую эпоху. Я раскрою причину, по которой 2033 год является важнейшей датой в пророческом цикле. Итак, мы с вами поговорим о Божьем календаре и Божьих сроках, и о сопутствующих событиях ближайшего года. Кроме того, обратите внимание на еще одно особенное учение — скорое окончание века Церкви. Век Церкви также известен как период Божьей благодати, и этот век закончится тогда, когда вернется Христос. Затем Божий гнев будет излит на всю землю во время скорби. На этих двух аудиозаписях вы узнаете о том, как, почему и когда произойдет это значимое пророческое преобразование. Это очень мощное послание. В нем много новых откровений. Благодаря ему у вас сложится представление о грядущих событиях. У вас есть возможность получить обе аудиозаписи с учением общей продолжительностью 4 часа за пожертвование в $30 или больше. Помогите нам продолжить вещание. Закажите учение на нашем веб-сайте, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру телефона, который также указан на ваших экранах, или напишите письмо и отправьте его на абонентский ящик, адрес которого высветился на экране. Если вы напишете или позвоните нашему служению, то вам нужно назвать код заказа OfferPre-R138. Пожалуйста, звоните, и пусть Господь благословит вас. Это ограниченное предложение. Посетите Международный пророческий саммит с 27 по 30 апреля в Международном центре Омега. Вы услышите пророчества от Джона Кана, Лесла Уоллана, Джимми Эванса, Марка Билца, Билла Клауда и Перри Стоуна. Зарегистрируйтесь онлайн на сайте, указанном на экране. Там вы узнаете дополнительные данные. Число мест ограничено. Не пропустите свежую мудрость и глубокие пророческие откровения на Международном пророческом саммите. Мы ждем вас.
Обратите внимание на эти объявления, потому что я расскажу вам о нечто важном. Большинство из вас в курсе, что на протяжении многих лет характерной чертой нашего служения, или же Божьим призванием, является открытие неизведанных глубин в Слове Божьем через пророческое служение. Это пророчество об Иисусе. Кроме того, это пророчество для нашего поколения о конце времен, потому что я верю, мы — это поколение, которое видит исполнение многих древних пророчеств, прорицаний Ветхого Завета, слов Иисуса Христа и пророчеств из писем Павла. Мы заостряем внимание именно на этих пророчествах. В свете сказанного, проповедь «Иисус вернется к 2033 году» — самая важная проповедь, и это не предсказание. Мы покажем вам причину, по которой данная дата не такая, как 2000 год, когда люди ошиблись. Это важный год, и вам надо прослушать все учения, чтобы понять это. Это 2 часа учения. Люди задают мне вопрос, что станет переломной точкой, после которой Господь Иисус Христос вернется сюда, на землю. Это имеет отношение к периоду Божьей благодати, который завершится. Тогда изольется Божий гнев и гнев Агнца. Об этом сказано в Откровении. Вот 2 часа учения о конце века церкви. Пожалуйста, закажите его. Если не ошибаюсь, эти учения также можно купить, а потом закачать. Что бы вы ни делали, вот вам слово на 2033 год. Примите его. Итак, 19 января я буду проповедовать в городе Хиксон, штат Теннесси, в церкви «Дом Отца» у моего друга, преподобного Ронни Филдса, младшего. Присоединяйтесь ко мне. А потом я приеду в церковь на Страйерке. Это церковь Тони Скотта в Огайо. 21 и 22 января, в субботу и в воскресенье. Всезнающий Господь не только дает мне слово в надлежащие сроки, но и я с Его позволения действую в дарах драгоценного Святого Духа, которыми я служу людям. Я верю, что многие люди будут искать Бога на тех служениях. Жаль, что у многих отменили алтарный призыв. Однако я вырос в среде, где люди искали Бога у алтаря. Это служение у алтаря. У нас алтарный призыв будет. Мы приедем в Гавайи. Данные перед вами. На остров. Присоединяйтесь к нам, если вы не были на собрании, то приезжайте. Обычно для таких разъездов я готовлю свежую проповедь о том, что Бог говорит сегодня, и именно их вы услышите на этих собраниях нашего служения. Пожалуйста, ребята, не забудьте посетить наш сайт, и в текущем 2023 году мы хотим транслировать 60 новых учений из Ютуба, снятых в разных местах Израиля, которых вы не видели. Подпишитесь на нас в Ютубе и во всех соцсетях. Так мы поддерживаем связь с партнерами. Если благодаря вам мы продолжаем вещать на нашем христианском канале, спасибо вам большое. Спасибо партнерам. Благодаря вам мы вещаем сейчас по всему миру. Мы вещаем в сетях за пределами США. Спасибо за это. Благодарю вас за молитвы и за поддержку. До новых встреч.